Итак, мы греем несколько крупинок селена со щелочью. Я бы сказал, сплавляем селен со щелочью в надежде получить селеновую печь и надеюсь, что будет ровно то же самое, что с серой. Но что будет на самом деле, я, как вы понимаете, еще не знаю. Так, слышите? Дети, слушайте, не говорите, что вы не слышите. Слышите шипение воды? Видите конденсат воды на стенках? И вот у нас, то есть на стенках оседает вода. И вот у нас что-то такое плавится и образуется нечто черное. О, смотрите, что получилось. Нечто оранжевое. Видите, да? Получилось нечто оранжевое. То ли это у нас селен прореагировал со щелочью, то ли просто растворился в расплаве. Но с другой стороны, вроде больше у нас расплав кончился, и вода перестала выделяться. Все, реакция, кажется, прекратилась. К селеновой печени добавляем воду и смотрим, растворяется ли она или нет. Да, кроваво-красный. Ну такой, да, почти кроваво. Кровь. Ну, можем так сказать, да. То есть раствор селеновой печени такого красно-коричневого цвета. Раствор селеновой печени выливаем в серную кислоту. И наблюдается красный осадок. Вот красный осадок, дети, это, скорее всего, аморфный селен. То есть это, видимо, аморфный селен у нас выпадает. То есть идет конпропорционирование с образованием красного... Ну, какая гадость. А селену-2 бывает такой? Селену-2 такой бывает. Единственное, что это не газ, а растворимое в воде вещество. И, видимо, из-за того, что растворим в воде и не летит в виде газа, там получается вот этот вот процесс конпропорционирования.